присядем мы у большого кабака. Картина всем знакома. Газетный лист на столе бутылками. Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня предпочел наш концерт шашлыкам. Хотя, в общем, это тоже дело неплохое. Но про шашлыки у нас тут позже будет история. Думаю, вам понравится. Мы тут приготовили небольшой сюрприз. Увидите, будет весело, я думаю. Будет весело. Стараемся.
сиянье всех наших надежд. Мы были как дети и не ценили богатства одежд. Мы знали твердо вдвоем нам под силу солнце догнать, чтобы не дать ему тихо и мирно спать. Ты был мне братом с открытым сердцем и крепкой рукой, верил в удачу и в бешеной скачке забыл про покой. Солнце нас гнало вперед от восхода до вечерней зари, о любви. Дай руку, брат, помоги мне встать. Ей-ей-ей-ей-ей, на Байкале. Не знаешь, живи снова. Целый день скакать следом. Уходи на дно, да-да-да-да. Надо, 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 надо.
немножко бьет только микрофон, поэтому я думаю, что шашлык. Мы тут обсуждали, кто там несколько человек у нас во встрече проблему шашлыка, и мы там решали вопрос, будет ли он вообще. Я к тому просто, что слегка дерется микрофон током, и я так думаю, что шашлык будет сегодня из меня. Ну, господи, это уже моя шаш такая. Придется подождать чуть-чуть. Плов? Будет и плов. Может быть. Сейчас это наша микроволновка запустится и будет. Я сегодня еще тоже посмотрел. Произведение было исполнено на детской приставке Xbox. Там просто люди взяли звуки от всех кнопок, от пружинок, все это засэмплировали и сыграли композицию. В общем, оказалось, что инструментом в умелых руках может быть вообще все, что угодно. Как и шашлык, да. Поэтому мы просто эта тема шашлыка у нас возникла как-то внезапно, поэтому мы ее до конца не проработали. Но я думаю, что... Да. Не, я к тому, что можно было на нем тоже что-нибудь сыграть, на шашлыке. Да, ну ладно, бог с ним. Шашлык шашлыком. Впереди еще лето еще не началось даже, поэтому я думаю, что проблемы мы эти с шашлыком еще решим не раз. Так, ну что, и не два. Ну что, кажется, заработало. Микроволновка работает. Спасибо за понимание. Что будут в уши, нам плевать.
слов, в мире много разных слов, я об этом знаю. Но слова всего лишь знак, не дороже, чем пятак, я их пропускаю. Все новые и новые технологии осваиваем. И тишина. Да нет, все нормально. Надо еще автоматический суфлер поставить. Будет совсем хорошо. И некоторых сбивает с толку наше это вот электронное увлечение, но с другой стороны, вот скажите, пожалуйста, а кто из вас, например, переключая программы на телевизоре, подходит к нему и нажимает кнопку прямо на нем? Всего двое. А остальные пользуются современными технологиями под названием, например, пульт дистанционного управления, да? Я уж не говорю об общении, например, в сети интернет посредством компьютера. Это вот раньше мне сынулька, значит, говорит: папа, вот вам легче было, когда вы были молодые. Я говорю: чем же? Говорит: у вас компьютера не было. Ну, сначала я смеялся, а в последнее время стал задумываться, где-то он по большому счету прав, потому что приходилось в гости ходить. Опять тишина. То есть все забыли уже, как это делается, что ли? Это берешь, одеваешься, выходишь на улицу и идешь в квартиру, где живет твой приятель. Да не было тогда скайпа. Все общались, так сказать, живьем. Нет, ничего плохого в интернет-технологиях нет, конечно. Я не это самое. Хотя, конечно, я уже пожилой человек, наверное. Где-то, по большому счету. Ладно, что-то я уже заговорился. Не на тему. Работает.
игр привычных вряд ли помешает мне вся твоя вера в то, что держат себя строго в рамках текстов буду должен я. Ты знаешь, что я ничего не должен тебе. Ты знаешь, что я ничего. Главных ролей в театре хватит, но не всем. И кто автор этой пьесы, ясно как-то не совсем. Старый оркестр пьяне ловит каждый взмах слабых рук маэстро с радостью в глазах. Ты знаешь, что я ничего не должен тебе. Ты знаешь, что я ничего. Поедем. Мы сейчас по традиции, естественно, исполним вам и розы тоже. И вот к нашему разговору о шашлыке.
Вообще достижения электронной промышленности, они в принципе жизнь облегчают. Сейчас мы огоньку добавим еще. Тихонечко. Будет вообще круто. О, пожалуйста. Отлично. Так. А? Ну вот запах еще пока. Запах можно, но не шашлыка. Извините. Но мы будем работать над этим, на самом деле. Вообще очень удобно, да, вот все эти достижения этой промышленности, потому что на самом деле кто может похвастаться, что, например, к нему на концерт приходят вот такие люди. А мы легко можем пригласить. Всегда за нами теперь будет следовать вот группа поддержки. Ну и так далее, в общем. Спасибо. Сейчас попробуем немножко по-другому. Забыл, правда, поприветствовать ребят еще, которые в интернете на нас смотрят. Я тут все ругаюсь на этот интернет, а на самом деле вот, а ребятам помогает. Привет, ребята. Сонину, да. Андрюхе Сонину привет, нашему держателю наших интернет-штанов, как мы его называем. Да. Андрюха, тут многие тебя знают. Так. Старая добрая традиция собираться в выходные по праздникам и петь песни под гитару. Костерок пропал. Работает все, нет, сейчас. Извините. Так. Да, шашлычок. Так, ну что, попробуем теперь вот таким образом. Thank you.
миром, присоединись к нему как друг. Прошу сообщение в ВКонтакте, а немного позже в Фейсбук. Будет мне теперь легко общаться, даже просто прятаться офлайн, добавлять друзей и прощаться с тем, кто не вписался в дизайн. Невозможно взять и отмотать назад. Это черно-белое кино. Режиссер вернуть актеров был бы рад, но актерам как-то все равно. Я на окне высадил розы, так просто все им без меня не обойтись. Бывает, каждый цветок просит воды, так просто все, ведь без воды цветы умирают. Бывает. Спасибо. Примерно таким образом. Лезть я люблю. О! Спасибо, я просто... Спасибо. Ну, смотрите, первая рюмка. Я попозже, если можно. Ну, в общем, да, хотя мы и не принимали участие в боевых действиях, но на самом деле, в принципе, я думаю, что это праздник святой. Без смеха, правда. С наступающим вас Днем Победы. Thank you.
вся. Спасибо. Так хорошо на стульчике сидеть. Но это не положено. Да. Сейчас спляшем и споем.
Я заметил, у нас концерты происходят на редкость академично. Все как-то не пляшут и практически не... Да. Но, с другой стороны, удобно. Некоторые люди могут даже... Вот мы играли в «Китайском летчике», например, там можно посидеть даже спокойно, послушать. Ну, в общем, тоже неплохо. А что? Нормально? Сейчас мы... Ну извините. Как там было-то, кстати? Мы вчера репетировали, не добрались. Или вы не ходили? Да. Ну, много народу было? Везет им. Ну ладно. Какие наши годы? И у нас будет много. Я уверен. Снова за жабры взять.
жены и на завтра состоится. При любой погоде стоит столько захотеть. Поменять билеты в кассе и сложить по новой вещи, бросить все и просто улететь. Было глупо бы мечтать, что случится все опять, так как раньше было. Нигде привычных дней часть событий и людей, как волною смыло. Распиться свои за основу и пытаться снова и снова начать. С чердака достать свою лиру, знаю, знаю, этому миру плевать. Мои смешные потуги, ах, остаться в золотом круге опять. Пережить все смешки и слезы, жизнь злодейку снова за жабры свои за основу и пытаться снова и снова начать. С чердака достать свою лиру, знаю, знаю, этому миру плевать. На мои смешные потуги оказаться в золотом круге опять. Пережить все смешки и слезы, жить злодейку снова за шабры пять. Оказывается, химические ребята тоже живут своей жизнью, им хочется играть. Ghost in the Machine. Был такой альбом нашей любимой группы. Участник которой, кстати, на днях, сейчас по прямо объявлению на правах рекламы, будет выступать на Дворцовой площади. Пойдем. Там, правда, я не понял. Одни говорят, что бесплатно будет, а другие, в интернете билеты продают. Поэтому что там на самом деле будет, пока не ясно. Ну, в любом случае, сходим, посмотрим. Thank you.
камень готовый сорваться вниз. Курок сведен и для выстрела. Я одной и такой уже стал на оконный карниз. Пустая рука нищего, голос кричащий в небеса, глаза, что не видели света. В моем небе есть только одна звезда. Отдай мне свою волну. От любви до порыва убийц, грань между добрым и злым, где ты жажда терзает, пока ты не начал пить. Правда живет с обманом рядом, глупо твердить всегда или никогда. И как теперь звучит эта фраза: в моем небе есть только одна звезда. Отдай мне свою долю. Отдай мне свою долю.
Спасибо. Невозможно взять и отмотать назад.
это черно-белое кино. Режиссер вернуть актеров был бы рад. Актерам как-то все равно. Я на огне высадил розы, так просто все. И без меня не обойтись. Вымоет каждый цветок, просит воды. Так просто все. Ведь без воды цветы умирают. Воевает. Александр Егорович за барабанами. Серега на ветре помогает нам. Он за пультом. Ну и самое главное, это зрители, которые в зале. Спасибо вам большое, что в этот солнечный день вы к нам тоже зашли. Мы рады. Группа «Кот» на сцене была. Спасибо. Высадил розы, так просто все. И без меня не обойтись. Бывает, каждый цветок просит воды. Так просто все. Ведь без воды цветы умирают. Бывает.
Спасибо, ребята. На сегодня у нас все. Спасибо, что пришли.